Всем привет, с вами Нильф Горн. Игра про роботов, которые хотят спасти свою планету. Я тут лазю на том острове, на котором, в принципе, последний... Ай! Забавно. Буду иметь в виду, что, смотрите, забавность какая интересная появилась. То, что теперь, если я цепляюсь за вот эти булыжники, они... выпадают из как бы из скалы. Прикольно, я первый раз это узнал. Я буду исследовать этот остров, на котором последний раз, собственно говоря, закончил. Но я не буду залезать, так сказать, вглубь, то есть не буду прямо его досконально исследовать или как-то еще, то есть что-то в этом роде делать. Нет, я просто добуду, по крайней мере, те кристаллы, которые ну, явственно видны. Вот, ну, собственно говоря, вот этот кристальчик. Его явно надо было взять. Овца, кстати, я смотрю, попала в телепорт. И если я не ошибаюсь, там был то есть достижение телепортнуть овцу вниз или вверх. Как-то так. Так. Отключим пока цветочек. Больше пока что я не вижу кристаллов. Но это... ничего не означает, потому что сами понимаете, что вполне в любом месте могут быть цветы. Ой, не цветы, кристаллы. Где угодно могут быть спрятаны. Побегаем вот в этой долине такой небольшой. Посмотрим, как раз еще забежим в пещерку, посмотрим. Нет, тут я вроде ничего не вижу. Так, ладно, долина, долина. Кривые мои ноги. Ой, ой, ой. Вот кристаллик, пожалуйста. Есть мне еще один кристалл, и я открою следующее, наверное, умение. Так, посмотрим, увеличим дальность видения. Это что у нас такое? Морковка? Смотрите, не хочет прям. Вот, нет, что-то не хочет, честно говоря, выдергиваться. Так, вот. Прям вот, не хочет выдергиваться. Не знаю уж по какой причине, но чего-то не хочет она почему-то. Ладно. Не хочет, значит, и не будет она выдернута. Так, ладно, это у нас растение, которое будет дальше расти, собственно говоря, и проросло оно благодаря нам тоже. Так, с этой стороны есть что-нибудь интересненькое? Я все-таки должен, мне кажется, это будет правильным, что последний кристалл нужно будет найти на этом острове, то есть 40-го, так сказать, уровня. Другой вопрос, что я больше-то и не вижу вот так вот на первый взгляд, и меня немножко это пугает, потому что я бы не хотел сейчас... Во-вот, все, увидели, мы нашли кристалл. Все, ну, в принципе... это можно было... точнее, это слишком предсказуемо было, что... А, двойной Rocket Jump. То есть у меня больше энергии у Rocket Jump стал. Хотя... Ай-ай-ай, держись. Что-то странно очень сейчас момент произошел. Я хотел как бы... как бы это правильно сказать-то? Подпрыгнуть и... пролететь немножечко на энергии, но не получилось так. Это странно, очень оттолкнулся, но... но вроде бы... все. Вот, морковку вытащил. Морковка, это же морковка! Нифига она большая какая. Вот. Полетели куда-нибудь, я не знаю, честно говоря. С морковкой куда? Вот. Вот. Так, ну все, в принципе, я выполнил... свой лимит. Пойдемте попытаемся вырастить растения, потому что есть куда стремиться, есть куда выращивать растения, куда его, так сказать. Шикарно, шикарно, я не знал, но грибы здесь выполняют функцию прыжка. То есть, если мы запрыгиваем на гриб, то он нас как бы отталкивает. Это классно. Это... ай-яй-яй.
Ну ладно, запрыгнул и все, потерял весь эффект. Так. Так, здесь 6, представляете, 6 цветков нужно вырастить и... Выше. Право, выше, ниже, чуть-чуть, влево. Вот, нормально. Держимся, спокойно. Расти. И берет большой внимание. Вот так. 380, 390, 400 метров, 420, 430 метров я. О, как все гремит-то. 430 метров я вырастил этот стебель. Довольно-таки круто. Мне так кажется. Давай. Еще чуть-чуть, еще. Отлично, какие-то цветочки. Или это не цветочки? Давайте попытаемся выдернуть. Нет. Не. Ой. Такое чувство, как будто робот меня, ну, такой немножечко, ну, скажем так, маслице перебрал. Вот. Ой. А, я как бы зацепился, и стебель немножко подрос. Я же стебель, могли бы как-нибудь более эстетично его нарисовать. Ладно, забираем кристалл. Ночью осталось так. 41%, ну, 9 кристаллов нужно. Быстренько осмотримся, потому что всякое может быть с какого-нибудь краешка еще. Где-нибудь кристаллов нету. Так, мне вот туда нужно вырастить. Вообще очень много выращивать надо. Ну и в принципе давайте этим и будем заниматься. Я думаю, это... Полетели! Я вот, знаете, наверное... А, вот, кстати, хорошее. Вот же, прям вот тут вот прям, так сказать, растение есть. Как-то... Что-то какой-то глюк был, потому что я, как видели сами, я в растение как-то вошел. Неправильно это было. Вошел я в растение. Да, давайте поползем. Интересно, такой же работает принцип со стеблем, как и с грибом. Потому что мне что-то... Мне было о нем что-то сказано. Есть. То есть таким способом можно не лазить, а ну можно чуть-чуть ускоряться. Полезли. Ниже. Выше. Вот так вот. Ё, кстати, ветер, то есть я... Она как-то сама хочет постоянно куда-то в другую сторону расти. Волна пошла. Энергии. Отлично. Цепляемся. И цепляемся. Все. Я так понимаю, вот, и растение, собственно говоря, это похоже... Так, вот здесь, кстати, можно сделать ошибку и зацепиться вот в выступающий камень и упасть. Я так понял, главное растение, вот главный стебель, он высасывает энергию из этих кристаллов, ну и получает вот эту энергию роста. Так, а что я сюда рос? Ничего здесь я не вижу, потому что здесь кристаллов как-то и нету. Смысл от этого... От этой движухи я не понял, какой был. Так. Вот. Если на этом же уровне, то вот туда мне как-то надо добраться. Ой. Чуть-чуть переборщил, ребятки. Сейчас. Так, а вот сюда дотянешься? Есть, дотянулся. Сейчас, я хочу на стеблях попрыгать. Вот, ребят, тут... Не знаю, как... Отлично. Мне нравится. Держись. Все. Так. Вон там вот острова. Вот там вот острова. Но это, в принципе, можно с главного стебля делать. Так что давайте попробуем. Оп. Смотрите, его куда-то... Уа!
Еще под движком. Отлично, отлично. Все, вот сюда вот приземляемся. Вот некоторые, смотрите, листочки опали. Так. Оседлаем, так сказать. Мне вот на тот стебель я просто мечу. Давай, поворачивай. Оп, давай, давай, давай. Прям носит его, конечно. Ой, не туда, не туда. Все, по-моему, я им перестал управлять, потому что он как-то... Давай, еще чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть. Ну... Черт. Черт побери. Побежали. Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратненько. Аккуратненько, спокойно, 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 спокойно. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Мне нравится, как он. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Конечно, его заносит. Оп-оп. Так, все. Все, зацепились. Давай, поехали. Давай выворачиваем, выворачиваем. Правильно, 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 правильно. Правильно. Не, много, 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 ну. Ну, нормально. Нормально. Я не знаю, как там оно получилось, но. Ну, по-моему, нормально. Так, единственное, я куда-то вот. Застрял, в общем, немножечко. Ну, по-моему, прицепился. Единственное, что здесь, в принципе, кристалла нету, так что... Ну, как бы кристалла роста нету, поэтому даже не обязательно было сюда цепляться, потому что сюда исключительно можно зацепиться, исключительно ради кристальчика, который вот там вот лежит. И здесь, я так понимаю, если я по этим камням побегу, то они начнут падать. Давайте попробуем это сделать. А, нет, они просто... Они крутились просто. Нет, они не падают, слава богу. Это я бы, наверное, 100% упал. Они просто крутились. Вот тоже не круто, на самом деле. Я думаю, мне чисто случайно повезло просто, что я прошел с первого раза. И такое чувство, как будто я здесь под низом тоже... Нет, я не увидел никакого больше кристалла. Ладно. Следующий островок. И, в принципе, он должен быть... Он должен быть... Но если я в кристалл опять какой-нибудь ударюсь, то есть вот, к примеру, в такой вот остров с кристаллом, то стебель еще немножко вырастет. Это, конечно, очень хорошо. Но, в принципе, мне вот тот бы... Вау. Все, отлично, отлично, отлично. Шикарно получилось. Вот, я прям вижу вот цветочек, который говорит прям, давай мной воспользуйся. На мне прокатись. Так, я не вижу немножечко. Так, сейчас, секундочку. Буквально проверю кое-что. Все нормально, поехали дальше. Очень прикольно вот здесь вот этот момент катания. И как бы я понял, что если бы это все было по мультиплееру, то тут бы такой шабаш творился, представляете? Что... Ну... Что бы здесь какие... Растения вырастали. Ну, хотя с планеты на планету что-нибудь можно было бы придумать. Но, знаете, вполне еще может быть. Так, вот мне на этот островок, больше ни на какой. Поехали! Надо плавнее, плавнее это все. Плавнее, 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 плавнее. Резко, резко. Слушай, давай, должно хватить, должно хватить. Ну, давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ты можешь, ты можешь. Кросс. Все, отлично, отлично. Ой, тяжеловато, что-то я залез как-то. Отлично, сходу такой. Сходу поймал, отлично. Так, смотрим. Ну, конечно же, надо осмотреться. Осмотреться прям вообще красиво надо, прям потому что... Очень интересно, есть ли там еще кристаллик, или может быть какая-нибудь пещерка, потому что
камень большой. И вот прям вот я чую, что вот под этим камнем вполне что-то может скрываться. Сейчас куда-нибудь вот сюда. Вот так. Нет, там ничего нету. Вроде бы. По крайней мере, я ничего не заметил. Так. Сюда я, значит, вырос. Сюда я вырос. Так, это уже низ. Остается, в принципе, такие именно камни с... Камни роста, так их и будем называть. Кристаллы роста. Ой. Ну вот один стебель здесь вот прям он намекает, что... Ну чё, я уже готов, типа. Оп. Я вот прям зацепился за него и... Погнали! Ну вот, нет, я вот там близко, конечно, остров нашел. Вот там, нифига себе, остров такой большой и... Какой он странный, там... Какой он под какими-то бомбами. Ладно, ничего. Расти! Внедрение! Пынь. Ой, страшная такая. В конце, наверное, какой-нибудь цветок будет большой или что-нибудь в этом роде. Вот на этом островке как раз-таки я вижу сохранялка и телепорталка и Wi-Fi точка, собственно говоря. Но сначала мы, конечно же, этот островок изучим. Здесь, ну, я надеюсь, хотя бы один кристалл будет, потому что очень бы хотелось. Так, ну, что-то как-то вот я не вижу на первый взгляд-то. Я вижу только всякой... Всячины, а вот кристалла не вижу. Похоже, его здесь и не должно быть. Мне так, такое ощущение, что ну как бы и так кристалла хватает большого, еще маленький вам здесь. Так, вот на этот островок я, наверное, сейчас просто... А, нет. А, есть. Музыки такой хардкорной не хватало прям в этот момент. И жалко, у него нету... есть же костюм... Костюм крыль, или как это называется-то? Когда парят. Вот что-то в этом роде было бы очень круто. Ему бы прям вот с острова на остров вниз парить так. Ой. Я не знаю почему, но его как-то занесло очень сильно. Давайте включим Wi-Fi точку. Блин, я очень надеюсь, что такого жанра игр появится еще очень много, потому что игрушка очень интересная и... Интересная в том плане, что идеи, конечно, интересны. Потому что, ну, если подумать так, стрельба или что-то в этом роде, или какая-то война с таким родом управления будет странной очень. Но вот, к примеру, строительство или что-то, создание чего-нибудь или какого-нибудь объекта, или как-то, не знаю даже, как правильно назвать, вот будет, наверное, очень интересно. Так, ладненько, островок. Вот еще островок есть. В принципе, вот и стебель. Давайте. Прям как я ровно это сделал. Ну тут вот просто промахнуться грех, короче, вот промахнуться. Ну, хотя я могу. Внедрение. Давайте посмотрим, как он. Ну, прям вот видно, что высасывает прям. Ну и стебель растет. Ладно, в принципе, это не... Ничего такого сложного в этом нет. Ну, эпичного, по крайней мере. И звука нету как-то. Да это первый рост, он как-то прям... Блин, там такой грохот был, честно говоря. И я думаю... Так, я думаю, что здесь тоже кристалла, конечно, нету. Но проверить нужно. Ну вот видите... Как только я сказал, что кристалла нет, он сразу здесь появился. Значит, мне здесь нужно вот как-то спускаться. Так, этот камень нормально, он не выпадет нормально. Так, ай. Есть, ну, прям вот. Мне даже спускаться глубоко не пришлось. 45%, то есть еще 5 кристаллов нужно. Так, отлично. Вот еще стебель роста и... Я что-то как-то не вижу растения под него. Давайте, может, издалека попробуем растение, вот, допустим, с главного стебля, так сказать, пустить на вот этот островок. Вот я прям вижу вот один вот под листочком прям. Попробуем, давайте.
Пошел! Все, включаем листочек и, конечно же, парим. Давайте вырастим полностью главный стебель и тогда закончим. Я вот так вот решил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лишка немножечко. Так. Так, надо камеру поменять, потому что меня что-то как-то колбасит. Куда? Еще лайкнул, но он прям, смотрите, не хочет. А я не помню, куда, ребят. Это не... А, все, вот нашли. Вверх, 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 куда? Прям его реально оседлать нужно прям. Давай, еще чуть-чуть, ты можешь. Да. Прям аж. Ну, стебель прям тут растет, конечно. Такой знает, куда расти, в общем. Там островище такой, конечно, очень большой. Давайте залезем. Ой. Оп. Ай, посмотрим, что. Я только что опроверг свою теорию, то, что кристаллы на кристаллах не будут. А, ну, в принципе, даже и звук слышно было, кстати. Тут их, кстати, по-моему, даже два. И вроде бы вот за этим камнем еще что-то может скрываться. Ну, такое ощущение. Или это не камни? Нет, это камни. Как думаете, вот здесь что-нибудь может быть? Ну, по крайней мере, не выдираются. Так, так. Какие-то грибы странные. Они, ну, у них звук такой. Так. Оп. Оп. А, как будто они стекляшки. Так, увеличиваем. Осматриваем островок. Ну, вроде бы здесь ничего нет. Остается последний, шестой, собственно говоря, остров. Это вот он. И, кстати, я прям вижу там кристалл. Ну, то есть вот остров, и там вот маленький островок под ним, и там вот кристалл я прям вижу. Так что надо будет как-то туда попасть. И, блин, и... потом на самый гигантский остров. Но это уже точно следующая серия. Давайте под конец так давай. Ну, лети, в общем. В принципе, сейчас переземляемся на главный стебель и берем какой-нибудь росток. Растение, хотел сказать. И выращиваем его в направлении в этом. Думаю я, что до 50% в принципе надо было бы, конечно, поискать. И мне кажется, вполне бы я мог. Ой-ой-ой-ой. Вполне бы я мог найти где-то здесь, на этих островах, еще три кристалла. Потому что два кристалла я вижу вот на этом острове. И еще три кристалла нужно будет мне. Так, давайте пробежимся, потому что вполне здесь позволительно пробежаться. Какие-то бочки большие. Блин, это растение, что ли, так, ну так, рычит, что ли, как. Давайте попробуем вот на этой, на этом ростке проехаться, то есть мы его закрутим вокруг главного стебля. Ой-ой-ой-ой, он сам, смотрите, он немножечко сам помогает мне, он прям сам развернулся, кстати, я ничего такого прям сверхъестественного не делал. Я так понимаю, не сам кристалл нужен, да? Можно и так просто. А, он даже, смотрите, он не просто пророс сквозь остров и... То есть он не... Ух, я сейчас чуть не упал. И то есть он не испортил, как бы, не пробил землю или этот островок. Как-то странно, потому что я думаю... Именно этим он не будет заниматься до самого конца. Я уже вижу свой корабль, с которого я прыгнул. Вон он там, он летает. Классненько. Я уже почти. Ну как почти? Я где-то почти середины добрался. Вот так вот можно сказать. Так, все. И, знаете, сейчас опасный будет трюк, потому что...
Мне нужно ровно вот на этот момент приземлиться. То есть, ну вот. Так. Где-то здесь был камень. Я прям помню. Ну, собственно говоря, и слышно, как он заманивает меня, манит. Прям. Есть. Ну что ж. Вот. Блин, надо бы повыше залезть. Вид хороший, прям можно даже скрин. На этом моменте. А, ночь настает. Нет. Вот так вот мы. Нет, блин, и то вид плохой. Ночь настает прям. Нет, я не хочу, не хочу, не хочу. Я хочу нормально снять. Вот, 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 отлично, все. Несколько скринов получились хорошие. Ну, вот так вот даже голову. Вот, вот, вот так как-нибудь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите увидеть приключения этого замечательного робота. Вот такой. И хотите посмотреть, что же творится на этом острове, потому что этому острову надо уделять целую серию, ну, по-настоящему, потому что, наверное, его только придется исследовать очень много. Я уверен, вот внизу под скалами там очень сокрыты всякие сокровища. Я уже вижу вот два целых кристаллика, которые вот заманчиво мне подмигивают. Так что с вас лайки, с меня еще одна серия. Я постараюсь ее как можно раньше выпустить. Как я пропустил островок, надо вернуться на остров. Это нехорошо. Скорее всего, там вот, возможно, и есть еще недостающие несколько кристаллов. Вполне вероятно. Такое чувство, если по облакам смотреть, как будто мы движемся. Ну, это всего лишь облака двигаются. Очень классный мир, атмосферный. Единственное, вот море могли немножечко. Хотя нет, даже море, смотрите, если смотреть на острова, то море тоже, оно такое красивое, оно, ну, своеобразное. Я, кстати, по-моему, отсюда вижу кристалл. Вот, вот прям, вот, вот над моей макушкой, вот здесь вот он подмигивает. Вот видите, вот, скорее всего, это он и есть. Ну, если ставить задачу собрать все кристаллы, то, конечно, здесь нужно более тщательно все лазить, более тщательно везде тут шнырять, каждую щелку засматривать, каждую щель щупать, смотреть, свать руки. То есть, сами понимаете. Я надеюсь, что вам игра тоже нравится так же, как и мне. С вас лайки, с меня следующая серия. С вами был Невгорн, всем всего хорошего, пока.